Выборы президента Индонезии завершились. Как сообщают местные СМИ, победу одержал губернатор столицы Джакарты Джоко Видодо. По предварительным данным, он набирает 56% голосов избирателей. Его соперник, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто, набрал 44%. Явка, опять же, согласно предварительным данным социологов, составила 71%. О каких-либо серьезных происшествиях или нарушениях в ходе голосования не сообщается. Официальные итоги огласят 22-21 июля, а инаугурация нового президента пройдет в октябре этого года.